Всем привет, вышла игра Witch Cry. Сегодня мы посмотрим эту новую игру. Так, смотрите, тут у нас настройки. 4 режима сложностей. Призрак, нормальный, тяжелый и экстрим. На нормальном режиме у меня будет 4 попытки, да? Но можно поставить на призраке, чтобы ведьма... Плачущая ведьма меня не преследовала. И можно начать. Посвящается. Можно себя вести, типа. Ну, попробуем. Все, начать. Глава первая. Дом ужасов. Однажды ночью малыш Тимми, как обычно, залез в кровать и приготовился спать. Но только как он начал засыпать, как... В окно комнаты вдруг с грохотом... Как окно с комнаты вдруг с грохотом распахнулось, да? Дальше. Испуганный Тимми вскочил и спрятался под кровать. Это история, получается, или предыстория, что ли? Просто ветер, подумал он. Набравшись смелости, малыш взял свою любимую рогатку и осторожно приблизился к окну. Но закрыть его мальчик не успел. Какой-то странный ветер подхватил Тимми и унес наружу. От ужаса Тимми кричал так сильно, что в итоге потерял сознание. Что это за место? Как он сюда попал? Кто его здесь закрыл и почему? Так, но тут он заметил что-то у себя на поясе. Свою любимую рогатку. Он сжал ее покрепче, вытер слезы и встал на ноги. Готовый искать дорогу домой. А, смотрите, мы, наверное, сейчас появимся в клетке какой-то. В доме ведьмы этой. Плачущей ведьмы. В общем, это игра от издателей Honey Games, насколько я понял, да? Вот как все начинается. А разработчик, получается, уже Keplerians. И Keplerians сказали, что они опубликуют эту игру, и они, конечно же, это сделали. Поэтому это игра от Keplerians Publishing. Так, можно, кстати, поставить... Вот, ну-ка, другую сторону. Вот, все. Настроим тут немножко. И все, можем начинать, да? Так, сейчас надо будет стрелять. Во. Это, наверное, ключ, чтобы отсюда выйти. Он у меня. Ура, я смог выйти. Так, я вроде бы поставил призрак, да? Режим призрака. Это что? Что? Нельзя, да? Ну, видимо, только можно спуститься вниз сначала. Закрыто. Только отсюда не пройти, да? Ну, наверное, если мы прошли бы, мы только бы разбились. Смотрите. Так, спускаемся. О, я ведьму слышу. Ну-ка, а что там наверху было? Смотрим. Короче. О, это место, чтобы спрятаться, да? Это ее комната? Но я точно не знаю. Место. Граммофон. Носок какой-то нашел. Короче, тут, видимо, много чего мне изучить нужно. Вообще, мне геймплей от Keplerians вообще нравится. О, вот она и ведьма. Он очень интересный, потому что вы проходите, получаете удовольствие какое-то. Он что, на меня смотрит? Эй, ты что? У него что-то в руках, походу. Ой, точнее у него рука? В рту, что ли? Вот она, ведьма. Смотрите. Плачущая ведьма. Ой, с трейлера она вот здесь рыдает иногда. А еще
тизер был, где мы вот так идем, типа, ну-ка, уберу этот носок. Вот так идем, поднимаемся, типа, да? И вот так поворачивали. Посмотреть на ведьма. Вот такой вот тизер был еще. О, выход. А, змея мне не даст выйти. Что-то я должен сделать. Тут куча магии, наверное, да? Можем нормально ее разглядеть, да? Так, она оглядывается. Ну, если играть на нормальной сложности, ну, то есть, как легко это. Ведьма... Ну, ведьма не будет обращать на меня особого внимания. Уделять не будет. Ну и будет она медленно передвигаться, конечно. А что мне делать с этим носком, я не знаю-то. Может, его куда-то добавить надо? Что это? Ноги? Играть. Ноги какие-то. Короче, у меня есть носок. Я что-то одно нашел. Все. Насколько я понял, это главный зал какой-то, да? А здесь выход как раз. О, подвал. А, закрыто. Ну да, тут много чего закрыто. В основном я сегодня сделаю такой небольшой обзорчик. А тут можно, наверное, прятаться иногда от нее. Вот хожу с этим носком, не знаю, куда его использовать. Говорит что-то и ходит. Вот куда этот носок использовать? А если наверх подняться, посмотреть? Может, там его можно где-то использовать? Ну, здесь точно нет. Тут навряд ли тоже, да? Тогда идем дальше. Не смотри на меня так. Так, здесь мы еще не были, наверное. А, или были. Это я уже круг сделал, да? Можно прятаться. Неплохо. Ну-ка. А если мы наверх поднимемся? О! Наконец-то я смог использовать этот носок. Смотрите. Это новая зона открылась у меня, да? А это что такое? Отложить. Вот это да, тут новая зона у меня открылась. А это что за рисунок? В общем, какой-то рисунок. Ну, можно тут тоже посмотреть, что есть. Можно подняться наверх, да? О, а вот отсюда, если я упаду, видимо, разобьюсь. А, или я хотя не могу пройти. Что скажу, неплохо. Страница магической книги. Может, сюда надо это использовать? Ну-ка, если это выкину. А рогатка у меня всегда с собой, да? Не получается использовать. Рогаткой, наверное, можно в нее тоже целиться. Но я точно не знаю, может, можно так делать. Ну, а здесь ничего нет. Ладно. Можно спуститься вниз. О, кстати, на этом рисунке же часы изображены, видите? Ну-ка. А что я должен вести? Как на рисунке, может? Ну-ка, большая стрелка вот где была? Вот здесь, что ли? Надо посмотреть сейчас. Получается, мы смотрим по рисунку 9 и 11, да? Ну, сейчас стрелки... Покрутим, посмотрим. О, ворона. Я получаю перо. Хм. К
Кстати, этим пером можно пощекотать ножки. Но я точно не знаю. Ладно, смеется. Клетки, кстати, тут. Наверное, у него вот эту руку тоже надо будет получить. Не знаю для чего, пока что. Вот и ноги вот эти. А, да, получается, смотрите, играть. И что? А, подождите, это возможно вот этот. Это вот этот, наверное, да, монстр? У него я получаю руку ведьмы. Что? Ну, я не знаю, я в каких-то процентах, возможно, прошел уже. А туда я могу вниз попасть вообще? Вот я это тоже не знаю. Нет, наверное, можно. Только вот я откуда попадал туда? Здесь же подвал должен быть, да? Так, вот сюда. Хорошо. А, закрыто. Значит, эту руку нужно использовать для чего-то другого. Ну, я не знаю, здесь делать нечего, наверное. Можно пройти дальше. А решетку не открыть никогда. Надо обязательно оттуда открывать. Вот куда использовать-то эту руку? В общем, ребят, я понял, куда использовать эту руку. Ее вот сюда, наверное. Дай 5. Винил. Так, хорошо. Это пластинка. Наверное, ее нужно использовать. Использовать. Так. А, у нее же граммофон здесь есть. Можно как раз там эту пластинку использовать, да? Наверное, чтобы отвлечь ведьму. Так, а где ее комната была? Где это было? Где-то здесь, наверное. Да, вот. Все. Ведьма сейчас, наверное, пойдет туда. О, все. Услышала музыку, наверное, да? Здесь что-то есть? А, ну да, есть что-то. Руна. Вот я пока что вниз не смог попасть. О, кстати, можно и сбросить, да? Ну-ка еще раз. А, вот, надо, чтобы в дырку попал. Все. Получилось. Ну, не знаю, если получится сегодня, уже пройду эту игру. Сразу. У меня есть палочка. Так, а вниз отсюда не попасть, наверное, да? Может, в подвал пойдем? Посмотрим. Нет, закрыто. А руна? А, ну, кстати, тут. Это вторая, может? Нет, туда не могу пройти. А что делать сейчас? Почему-то я не могу туда попасть. Наверное, там что-то важное будет для меня, да? Нет. Не знаю, что можно сделать сейчас. Куда ее использовать-то? Нет, просто бросить не пойдет, да? Ну-ка, если ее потрясти вообще? Быстро прям. Нет, не помогает. Ну, я не знаю. Что, не получается? Можно сильнее, наверное, сделать. Нет, не открывается. О, смотрите. Ну, видео у вас, наверное, трясется, да? О,
Смотрите, я тут появился. А тут что? Страница магической книги. Так. Ой, а чё, я выйти не могу, что ли? Может, с помощью этого воспользоваться? Люк не открывается. Нет. Нет. А чё тогда делать? Так, а если посмотреть, что на этой странице вообще нарисовано? Нет, так я не пойму, да? Зайдем в настройки сейчас. Все, я тут поменял немножечко. Во, теперь я смог повернуть. Все, сейчас меняем настройку. Наверное, это нужно будет так взмахивать этой палочкой. Нет, не помогает, не знаю. О, смотрите, кость какая-то. А, все, я понял. С помощью ее мы открываем дверь. И теперь проходим. Наверное, к выходу. Змея. А, я понял, надо взмахнуть так палочкой перед ней. Нужное действие такое проделать надо. Не знаю, рисунок один и тот же будет или нет. Но можно сейчас попробовать. Давайте посмотрим. С. И. Все. Ну-ка. Все, получается, мы сейчас пройдем игру Witchcry. Сразу же. Закрыто. А, не, все. Смотрите, я смог открыть дверь и выбраться из дома. Недолго думая, мальчик бросился в лес. Он бежал со всех ног и с испугом, когда обернулся, увидел маленькую голову, выглядывающую из кустов. Какая-то девочка подошла к нему, в общем. И она спросила про палочку ведьмы, да? Интересно. Конец первой главы. Время игры 20. Ну, 20 минут 57 секунд. Получается, вот такая вот игра Witchcry Плачущая ведьма вышла от компании Keplerians и Honey Games через Keplerians Publishing. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.